Это ты поджег, да? Я даже не курю. У меня даже зажигалки нету. Я не знаю, кто это сделал. А нахера ты поджег? Я пытаюсь поджечь, а у меня даже воды нету. Братан, я отвечаю, я не знаю, пожарный. У меня даже телефона нету. А что ты здесь делаешь? Я с кладбища шел. А поджег-то зачем? А? Поджег зачем? Я не знаю, с кладбища я шел. Все, вот приехала бригада. Все потушили. Какой-то пьяный поджигатель бегает, кладбище поджег. Вот. И пожарники, говорят, это уже вот в этом районе уже не первый случай. Ну вот который как раз и на видео к нам.